Первый дальневосточный слет лидера изменений среднего профессионального образования стартовал в Приморье. Эксперты области съехались со всей России, чтобы обменяться опытом и поделиться лучшими практиками. Правительство Российской Федерации и правительство Приморского края, как я и уверен, правительство всех регионов Дальнего Востока сейчас уделяют особое внимание подготовку, перенастраиванию системы кадров среднего профобразования, высшего образования. Все для того, чтобы более динамично, более оперативно реагировать на те изменения рынка труда, которые происходят у нас в России. Министр профобразования региона вручил свидетельство первой профессии в рамках проекта «Аттестат плюс профессия». В этом году в проекте приняли участие почти 100 школ и 30 колледжей в 17 муниципалитетах края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.